Кухня ЖКХ. Добрый день, в эфире «Кухня ЖКХ», и у нас в гостях Жуйков Антон Анатольевич, директор облбытгаза. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим мы сегодня о газовом оборудовании в доме. И первый вопрос. Что такое ВКГО и ВДГО в квитанциях? ВКГО и ВДГО в квитанциях обозначают следующие аббревиатуры. Это внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование. Соответственно, по этим понятиям и происходит разделение ответственности в многоквартирном доме между собственником и общедомовым имуществом. То есть внутридомовое оборудование – это подвод газа к дому, это внутридомовые стояки, общая разводка. А то, чем пользуетесь непосредственно вы как собственник, это уже счетчик, подводка, плита – или у кого-то колонка может быть, то, соответственно, это является внутриквартирным газовым оборудованием. За это уже собственники несут свою индивидуальную ответственность. За все остальное, как правило, отвечает управляющая компания. А почему коллективное обслуживание одной организации выгоднее будет для собственников? Во-первых, для собственников выгодно единое коллективное обслуживание тем, что к ним приходит одна организация во время обслуживания. Не надо ждать слесаря 2-3 раза в течение года. Когда ходят разные люди, очень легко будет потом спутаться и пригласить себе в квартиру какого-то, допустить специалиста организации, которая на самом деле не осуществляет обслуживание. У нас очень часто случаи, когда людей, особенно пожилого возраста, доверчивых людей, обманывают и под видом необходимых для них услуг и работ предлагают работы, которые можно было бы и не производить. И мы все это потом дружно обсуждаем. Чтобы такого не допускать, как раз и есть такая форма взаимодействия между собственниками и специализированными организациями, как коллективное обслуживание. Помимо этого, в рамках коллективного обслуживания можно от специализированной организации получить бонусы, какие-то предложения дополнительные. Собственно, если говорить про выгоды работы с нашей организацией, то собственники, которые перешли на коллективное обслуживание, могут претендовать на бесплатную замену газового оборудования. То есть, если у вашей плиты истек срок службы, и вы решили ее поменять, то вы дополнительно уже ничего не платите. Все включено в стоимость обслуживания. Если вы решили установить счетчик газовый, то, соответственно, обратившись к нам в организацию, вы платите только за сам счетчик. То же самое, за работы вы уже сверх оплаты за техническое обслуживание не платите. Я бы дал совет нашим слушателям внимательно относиться к безопасности при эксплуатации газового оборудования. Помните, что ежегодные проверки газового оборудования сокращают возможность каких-то аварийных ситуаций. Впускайте специалистов той организации, с которой у вас или у вашей управляющей компании заключен договор на техническое обслуживание. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.